Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде мы эволюционировали еще пару наших покемонов. В принципе, нашли еще пару покемонов, изловили пару еще покемонов. И в принципе, дорогие друзья, без съемки, когда я бегал, я нашел Милтанка босса. Он был вроде желтый босс и был 106 уровень. Уровень, прикиньте, 106 уровень. С него, если честно, ничего не выпало, так как... Ну, не знаю, не выпало. Мне, если честно, что-то кажется, что из этих, как его там, желтых боссов вообще ничего не выпадает. Так как, действительно, много раз мне из желтых боссов ничего не выпадало. И, в принципе, вот что, как раз мне там один уровень не хватал для Лайрона. И с помощью того босса как раз, бум, уровень один добылся. И наш Лайрон прокачался в вот такого красавца. Огромный, реально очень прикольный покемон, такой красивый, мне он реально очень-очень-очень, реально очень нравится. Такой, не знаю, какой-то, что-то на робота немножко смахивает, что-то роги такие. Ладно, когда сейчас, в принципе, поставим наших покемонов в компьютер, какие уже не эволюционируют, как мне говорили, Арчиопс уже не эволюционирует, то бишь это его последняя эволюция, так что давайте вот их поставим в компьютер. Арчиопса и Агрона. Так, вот тут бы надо заполнить вот эту всю. Давайте это сюда и давайте это сюда. А, кстати, вот как раз я там комментарии читал. Действительно, мне остался еще прокачать одного Иви. То бишь у меня уже есть все Иви, можно сказать. Ну, в смысле все эволюции Иви. Вот только еще нету Амбриона. Амбрион это ночной Иви, прокачивается в смысле, ну, с помощью счастья, также вызвать покемона, и чтобы он просто за тобой бегал и как бы он набирал себе счастье, да. Там нужно какое-то определенное количество того счастья, чтобы он эволюционировал там, ну, в эмбриона. Эмбриона, да, вроде так называется, я уже что-то забыл немножко. Так что как раз у меня есть одна Иви, давайте как раз ее возьмем. Я как раз еще читал комментарии вроде... чтобы больше, как бы, как это сказать, чтобы быстрее выигрывало счастье покемона, вот это, сейчас я покажу, вот, happiness, счастье, сейчас 0, а нужно где-то 211, чтобы Иви превратился в эмбриона, и нужно, чтобы как раз вот то количество 211 ему добылось ночью, если, например, количество, если будет, например, 210, да, например, и 211 как бы тебе увеличится днем, то тогда покемон, как бы Иви превратится не в ночного покемона, а в смысле превратится с помощью счастья, но превратится в дневного покемона, не помню как он называется, он у меня уже есть, сейчас я как раз пойду посмотрю. А если его превращать ночью, как бы последнее число там, ну, с 210 на 211, например, да, то как раз он превратится и станет... превратится ночью и будет ночным покемоном. Кстати, Чермиллион, да, какой-то. Как бы я хотел Чермиллиона Шайни или Чармандера. Ну, в принципе, одно и то же, но было вообще очень круто. Так что давайте сейчас я как раз возьму эту фишку. Как раз я читал комментарии и написали, что с помощью этого быстрее набирается вот счастье. Как раз я сейчас поставлю его на Иви. Вот этот браслетик. И сейчас мы посмотрим, кто еще у нас не прокачанный. Давайте вот этих по Флореон. Кстати, сейчас я найду вот того Иви, который прокачивается днем. Иви, где ты? Этот нет. Так. Сейчас. Нет, вот он, Эспион, вроде вот этот. И кого бы нам еще прокачать? Так, вот сюда давайте еще поставим, кто тут у нас прокачанный. Давайте Артикуну сюда поставим. И кто у нас? Вот, Тентакул вроде у нас еще не прокачанный, так как есть Тентакул, и потом еще кто-то есть. Тентакул, Тентакуэр, Кьюэр, я не помню, честное слово, не помню, как называется. Этот у нас есть Ченси. Я не знаю, есть ли у нас вот этот покемон. Так, да, еще вот этого нужно прокачать. Так что давайте сейчас, в принципе, начнем прокачивать наших покемонов.
Charizard. Так, я немножко простыл, застудился, так что если у меня голос немножко изменился, то не обращайте внимания. Так. Отлично. Давайте. Как бы я уже какого-то еще одного легендарного хотел, но что-то они вообще ни хрена не спавнятся. Говорю, первая серия после того, как я перенес мир, если вы помните, то сразу два или две или три штуки сразу заспавнились легендарных. Сразу так. Один, через какое-то время второй. А вроде потом, или в той же серии, или еще через пару серий заспавнился еще один легендарный. Ну, я их не нашел. Так, Белдум. Белдум у нас уже есть. То бишь не Белдум, а его вторая эволюция, это уже Метанг. Так, давайте мы побежим куда-то сюда. А, я, кстати, деревню еще нашел. Реально, я еще деревню нашел. Когда бегал без съемки, вот она, вот тут. Сейчас как раз себе хавчика надыбаем. Я просто искал пустыню для того, как, так как пишут, что в пустыне спавнится Тотодайл или возле воды, а нам как раз он не хватает для полной коллекции стартовых покемонов. Так что сейчас, ну, хотя не знаю, будем мы тут или нет. Так, ну, тут пшеница, конечно, есть, но не полностью она достигла уже. Еще. Так. В домик забежим, я уже вроде смотрел, что тут есть, но не помню. Вроде ничего такого ценного. Ну да, обсидиан. Во. Это пусть будет тут. Это нам не нужно. Это что у нас? Это у нас морковка. Морковка нужна. Конечно же, нужна. Так. Тут у нас что? Тут у нас тоже морковка. Собираем. Вроде больше ничего нету в этой деревне, так что давайте мы побежим куда-то в пустыню. Я не буду там долго бегать, только немножко пробегусь, посмотрю, что там и как. Может, если повезет, то сразу найдем Тотодайла. Так. Давайте побежим в сторону джунглей, как бы возле джунглей. Может, там и данж какой-то будет. И кто-то заспавнится. Фиг его знает. В джунглях все покемоны, которые есть в джунглях, у нас уже вроде все есть. Вроде все. Если так считать. Сайтер у нас есть, Трико у нас есть, Белспрут у нас есть, Венонат у нас есть. Короче, все, можно сказать, есть. Ну, ты будешь взлетать, нет? Ух ты, глючный Charizard. О, смотрите на эту хрень. Опять чуть ли шип не нажал, чтобы снизить высоту. Вот сейчас можно. Ай-ай-ай-ай-ай. Вот, отлично. Хорси там плавает, я видел. В принципе, Хорси у нас уже есть. Даже не Хорси, а ее вторая эволюция. Я не помню. Сидра, да, вот. Сидра, вспомнил, как называется. Сидра. Я сразу вроде как бы Сидру нашел, а не Хорси. Сразу Сидра было. Так, а какой у нас легендарный покемон может заспавниться в равнинах? Вроде только Райклаза, да? Вроде. Не помню точно, но вроде. Так, побежим и сюда. Мяут заспавнился. Ух, какая пещерка красивая. О, тут легендарный покемон. Тут легендарный. Твою мать, легендарный. Ах, Райку.
Райкваза! Мать твою, Райкваза, иди сюда! Иди. Охренеть! Райкваза заспавнился! Ни хрена себе он сильный. Еще один легендарный покемон. Райкваза заспавнился у меня за спиной. Давайте хотя бы попытаемся словить с ультраболом. Конечно, шанс не хочу говорить какой. Я думаю, все знают, какой шанс словить легендарного покемона в ультрабол, да? Ну, в принципе, давайте еще раз. Попытаемся. Да, попытались. Все, короче, не буду я уже тратить ультраболы, но в принципе еще один можно. Легендарный покемон. Охренеть. Иди давай сюда, не буду я уже тебя мучить, не буду я себя мучить. Давай иди в мастербол. Я в шоке. В шоке, охренеть. Еще один легендарный покемон. Райкваза, это вроде новый, да? Которого добавили в новых версиях. Ну, в смысле, в этой новой версии. Так, охренеть. Давайте ставим тут сразу вейпоинт, телепортируемся домой, сразу поспим, чтобы был день, и сразу возьмем Райквазу. Я даже не знаю, сильный, ну, понятно, что сильный, но... Охренеть. Райкваз, кого бы поставить, давай Генгара. Где Райкваза, за... Ух ты, красавец. Давайте тогда сюда поставим, пусть будет вот этого, Кабутопса, и берем, нет, еще раз не берем, да, вот так. Ла-л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 а, охренеть, летающая змея есть. Не дает пройти. Летающая змея, если так, да, можно сказать. Только вот еще руки у нее есть. Охренеть, красавец. Действительно классно проработанный. Охренеть, дорогие друзья. Это охренеть. Это подарок, наверное, на Новый год, да, который приближается. И мы словили еще одного легендарного покемона, Райквазу. Вот как иногда бывает. Еще раз повторюсь, дорогие друзья, просто у меня сейчас эмоции, если честно, что мы словили еще одного легендарного покемона. В первой же серии, после того, как я перенес мир, в первой серии заспавнилось 2 или 3 легендарных покемона. Прикиньте, в одной серии заспавнились 2 или 3 легендарных покемона. Я уже не помню, 2 или 3. Но суть в том, что 2 или 3, да. Потом, где-то в протяжении нескольких серий, вообще ни одного покемона не спавнилось легендарного. Ну, в том смысле, что вообще никакой не спавнился. Ну, может, написала, что один покемон там заспавнился, но легендарный покемон как бы заспавнился, но мы его не нашли. Потом в протяжении еще нескольких серий писала, что не заспавнился не спавнились легендарные покемоны. А вот сейчас заспавнилось. Прикиньте, в протяжении 10 серий заспавнился. Ну, 10 не знаю, но в протяжении нескольких серий не спавнились легендарные покемоны. А вот тут заспавнился легендарный покемон, и сразу за нашей спиной. Я только обернулся и сразу увидел, что там Райкваза летает. Охренеть, Райкваза. Охренеть. Так, теперь будем ловить других легендарных покемонов. Ну да, конечно, сразу же заспавнятся. Вот, дорогие друзья, давайте мы сразу пойдем купим мастерболы, так как, считайте, мастербол нам сейчас пригодился. Если бы у нас не было мастербола, опять бы нужно было экстренную доставку брать. Как бы заходить в креативный режим, брать оттуда один мастербол, потом... Ну, потому что у нас не было при себе мастербола. Помните, один раз было... Даже не один раз, когда мы, например, Милтанка Шайни хотели словить, а мастербола у нас не было. Даже не только Шайни, а как бы... Несколько раз так было, что заспавнились какие-то там покемоны, или легендарные, я помню, или еще кто-то, что как бы у нас не было мастербола, да? Мне нужно было заходить в креативный режим, чтобы взять себе один мастербол, а потом как бы идти и давать... О, покемон-босс.
и потом как бы давать возвращать, ну, как бы давать 5 алмазов, сдавать в магазин, и чтобы, ну, чтобы как бы заказали, да, быструю доставку и потом расплатились. Вот что-то я как-то заговорился, не заметил как-то. Вот выпадет с него что-то. Ух, них. А, я уже. Выпало, сейчас выпало. С желтого покемона босса. А, отлично. Знаете, я уже такой бегу, типа смотрю, желтый покемон босс, уже так говорю. О, смотрите, желтый покемон босс, да. Ну, конечно, словили, считайте, Райквазу, легендарного покемона. И бегу, и там стоит один покемон босс, да. О, желтый покемон босс, отлично. А когда легендарный покемон? Ни хрена себе легендарный покемон. Ну, в принципе, да. Когда легендарные покемоны в притяжении, ну, как бы долго не спанятся, и потом, когда ты видишь... Например, покемона босса, то да как бы не даже не так, а ты всегда радуешься покемону боссу, плюс к тому, что как бы ты на нем можешь нормально прокачаться, и с него еще дроп офигенный падает. Вот сейчас что с него выпало? Hellball, Power Bracer, охренеть. Какие-то очки, диски. Твою мать, я опять забыл Иви вызвать, чтобы она за мной бегала. Да. Ла-ла, охренеть, легендарный покемоша, покемоша, Райкваза. А мне интересно, на нем можно сидеть? Можно! Райкваза, покатай нас, дружище. Легендарный дружище, бру, ух ты, медленный. Ни хрена себе ты медленный. Во, это я зажал shift, это он так бегает, или летает, или ползает, или прыгает, или еще что-то. Но суть в том, что вот какой он быстрый. А, ну как бы... Райкваза не для того, чтобы прыгать на нем или летать, да? Ну, просто. Райкваза, это Райкваза же, легендарный покемон. А, я, если честно, еще даже ни разу не использовал. А, вот чё, мистер Майм, вот чё я забыл. Мистер Майм у нас есть? Я почему-то думаю, что нету. Как я помню, нету. Ну, хотя могу ошибаться, но я думаю, что нету. Попытаемся его словить. Охренеть, легендарный покемоша. Ну словись, мистер Майм, ну пожалуйста, не надо сейчас выпендриваться, что ты не ху... О, отлично, словили мистера Майма. Отлично, так, покушать. Давайте хлебушка покушаем. Так, что я хотел? Да, а, ну да. Идем возьмем сейчас вот эти, как их там, алмазы, да, и пойдем купим еще один мастербол, ну, чтобы было, как бы, тоже экстренный случай, может, сейчас, может, потом еще кто-то заспавнится, а у нас, ну, и чтобы был при себе, как бы, мастербол, да, чтобы сейчас выкинуть, давайте вот это, да, пусть будет вот так. И сейчас немножко поскладываем в сундук вещи. Вот так. Это пускай пока что будет вот тут. Так, что я хотел? А, ну да, алмаз. Опять забыл. Ну, вот так, отлично. 5 алмазов. Давайте сейчас телепортируемся в наш второй дом. Отлично. Сейчас идем купим себе еще один мастербол. Ставим 5 алмазов. И берем один мастербол. Отлично. Спасибо. Забыл сказать. Так, давайте сейчас... Что бы можно было сделать? Что я хотел вообще? А, вот что я хотел. Это поставить вот это сюда. Вот это... Не знаю. Давайте вот сейчас это немножко рассортируем. Вот так вот. Ага. Чтобы более-менее тут был порядок какой-то. Так. Нет, как бы это поставить?
Так. Сюда и это сюда. А, отлично. Легендарный покемон Pixelmon, a legendary, has spawned in a plains biome. Охренеть, офигеть, заспавнился легендарный покемон. И как бы заспавнился он даже у нас просто так сразу за спиной. Это офигенно, да? Так, сейчас давайте. Давайте я убью. Ну вот, давайте еще немножко прокачаем наших покемонов. Вот как раз тут Райдон. Нормально. Так, давайте. А давайте Гримера. И Райквазу. Да, давайте проэкспериментируем Райквазу. Драгон, Рок, то бишь Земля или что это Рок? Ну что такое? Твист. Твистер. Ну, Драгон, понятно. Это тоже Драгон. И это Флайинг. Ну, понятно. Давайте Драгоном. Это он что-то не ударил. Как бы я его атаки еще толком не знаю. Но вот эта атака здесь сильная, нормальная. Флайинг. Ну, это тоже какая-то... А, отлично. То бишь, есть такие атаки, которые не сразу как бы бьют, а только потом бьют как бы в следующем раунде. Так. Давайте пойдем увеличим наших покемонов, я так думаю. О, еще один Райден. Там Оникс. Оникс нам не нужен. В смысле, как, так как мы его уже словили в предыдущих сериях. В предыдущих эпизодах, как бы нам туда сейчас забраться. Докинем. Нет, не докинули. Докинем. Нет, не докинули. Ладно, будет уже быстрее, если мы действительно заберемся. Там двое. Райкваза. Давай, Райкваза, покажи, какой ты сильный. Во, вот это тоже более-менее сильный такой скилл. Нормальный, нормальный. Так, там еще кто-то. Там вроде два было. Ну, в смысле Райдена. Один уже вроде пропал. А, нет, вот он. 45 уровень. Райкваза. Убьем или он нас убьет? Нет, мы его убьем. Да, отлично. Отлично, дорогие друзья. Давайте на этом закончим вот этот эпизод. Эпизод отличный. Мы словили легендарного покемона Райквазу. Я в шоке. Кстати, там еще один Райден. Давайте еще его убьем. Отлично. Офигеть, короче. Легендарный покемон. Да, ну в смысле не мда, а офигеть. Так, два Оникса, давайте Гримера. А, ну, Гримера, как я помню, есть еще одна эволюция. Я не помню, как она называется, но я помню, что ее имя состоит с трех букв. Вроде, я не помню, честное слово, но вроде вот так. А, не знаю, прокачается ли он или нет, или я ошибаюсь. Ну, в принципе, посмотрим. Так что, дорогие друзья, давайте на этом закончим. Еще раз повторюсь, мы словили легендарного покемона. Это у нас Райкваза. Сейчас его еще раз покажу. Идем на свет. В смысле, возле света станем, чтобы его было лучше видно. Это кто? Лайрон. Так, идем. Вот он, наш красавец Райкваза. Отлично. И... Дорогие друзья, давайте на этом закончим. Ставьте лайки за то, что мы словили еще одного легендарного покемона. Если так считать, то сейчас у нас уже есть Мью, Артикуна и Райкваза. Отлично. И, дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.